Дорога смерти. Именно так можно назвать это место. В субботу 60-летний водитель Nissan ехал по этому участку автодороги. Не заметил пешехода и сбил его. Мужчина скончался на месте. Первая мысль – виноват водитель. Но так ли все просто? А расскажите, пожалуйста, что вообще произошло и почему так получилось? Потому что свет из темноты человек выскочил. Я его не заметил. Я его жалел в самую последнюю секунду. Уже когда он у стекла был. А темно, ничего не видно. Это было 7.15, минус чуть пораньше. Ехал не спеша. Ну, 60 ехал. Вот только водителям разрешено ехать на этом участке не больше 50 км в час. Стоит отметить, что на этом нерегулируемом пешеходном переходе установлена специальная кнопка для включения освещения на зебре. Правда, не все про нее знают. Еще один момент – это отсутствие освещения на автодороге Кунгур-Соликамск-Усолье. Света нет, начиная от остановки моста «Отряд» вплоть до 8 марта. Темно даже на Камском мосту. А все потому, что на многих опорах наружного освещения нет светильников или лампочек к ним. Водители неоднократно жаловались на то, что ехать приходится в кромешной темноте. А почему нет света на этом участке дороги, мы спросили у местной администрации. Но, как оказалось, за этот участок отвечает Министерство транспорта Пермского края. Мы также отправили запрос в ведомство. А пока официального ответа нет. Мы надеемся, что освещение здесь появится в ближайшее время, а подобная трагедия не повторится. 8 октября 2022 года в 19 часов 15 минут на автодороге Кунгур-Соликамск-Усолье со стороны города Березники в направлении города Усолье двигался автомобиль Nissan под управлением 62-летнего водителя. Водитель Nissan на 8 километре 200 метров автодороги Кунгур-Соликамск-Усолье допустил наезд на 70-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, получил смертельную травму. Возбуждено уголовное дело. Но вернемся к проблеме освещения пешеходных переходов. Дорожные полицейские напоминают, что кнопка включения освещения находится и у остановки общественного транспорта, лодочная база, а также в районе моста отряда. Пешеходам мы хотим напомнить, переходить проезжую часть нужно только убедившись в том, что водитель вас видит и пропускает. Кроме того, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешим участникам дорожного движения рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами, например, нашивки, эмблемы или светоотражающие жилеты. Ну и обращаемся к водителям. Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. Ведь даже превысив скорость на 10 километров, вы можете лишить кого-то жизни. Валерия Агалакова, Кирилл Яранцев. Наши новости.